Первый шаг навстречу со стороны Киева. Украина передала Донбассу 15 пленных. Процедура прошла в районе пропускного пункта Майорск, это пригород Горловки. Освобожденных встречала уполномоченная по правам человека Дарья Морозова. Из украинской тюрьмы выпустили в том числе 7 женщин. Одна из них совсем еще подростки, всего 14 лет. Некоторые из пленников были в заключении с 2014 года. Стоит отметить, что самопровозглашенная ДНР передала незалежные уже 80 человек и ждет ответного жеста.